Да, я знаю, вы устали и даете столько же интервью, как Бейонсе. Но все же, давайте как-нибудь быстро. Вы все время вместе, работаете дуэтом. Если бы вы работали сольно, отличалась бы ваша музыка от того, что сейчас делаете? Нет, нет. Именно в этом прелесть. Поэтому мы в группе. Сольные вещи вообще не похожи на Justice. И даже если это звучит как клише, Justice — это 1 плюс 1 равняется 3. Justice или Justice? Как предпочитаете? Зависит от того, откуда ты. Если ты из Франции, можешь называть нас Justice. Самое смешное — это то, что французы думают, что мы англичане или американцы. Они-то и называют нас Justice. Если бы вам хотелось или посчастливилось иметь третьего участника из любой эпохи и страны, кто бы это был? На самом деле есть уже два третьих участника группы. Это Суоми. А, да-да. Для тех, кто не знает, это третий мозг группы Justice, который помогает нам в обработке над видео. Он всегда с нами. И Педро Уинтер. BZP тоже могу назвать его третьим членом группы. Говорят, что французские электронщики особенные. У вас и звук, и выступления отличаются. В чем секрет? Может, во французских сырах и вине ритм жизни особый? Точно, секрет в сыре. Какой у тебя любимый сыр? Мондо. Такой мягкий, можно его ложечкой есть. А есть ли то, что вы любите делать перед выходом на сцену? Есть у вас определенный ритуал? Да нет у нас ритуала. Все зависит от того, каким временем мы располагаем перед выступлением. Приготовили что-нибудь специальное для России? Да, несколько треков, которые до этого не играли вообще нигде. Когда мы выступаем с диджейскими сетами, в основном не свое играем, любим ставить треки друзей, которые выпустили пластинку в этом году. Например, Себастьян или Берди Нам Нам. Со времен первого альбома вы используете как символ крест. Вы же знаете, как сделать в Фейсбуке или в ноутбуке крест? Нужно нажать Alt. Для тех, кто начинает писать или уже пишет музыку, можете перечислить три основных звука, которые производят инструменты или компьютер, чтобы охарактеризовать вашу музыку? И да, и нет, к сожалению. Да, потому что есть простые обязательные вещи. Ударные, бас и клавиши. Но заготовок из компьютера у нас нет. Когда общаюсь со звездами, прошу их пожелать что-то зрителям. Вас же прошу пожелать себе то, что вы хотите. Да, я бы от собаки не отказался. А ты? А мне бритву подавай. Salut, c'est Xavier. Salut, c'est Gaspard pour Trendy MTV.